Группа поддержки баскетбольного клуба ЦСКА танцует в торговом центре. Сложно-постановочная история, и сейчас мы покажем все подробности съемочного процесса. Для такого ролика потребовалось 8 красоток, 1 маскот, 1 профессиональный актер, 1 уборщица, 3 оператора, 2 продюсера и 1 режиссер. И целый день в торговом центре. В съемках участвовал актер, похожий на звезду ЦСКА Андрея Воронцевича. Ему нужно было выучить слова, потренировать эмоции и мимику и работать на камеру по команде творческой группы. В баскетбол играть не пришлось, но со своей ролью справился блестяще. Работа кипела, процесс шел продуктивно, времени на отдых совсем не было. А иногда так хотелось перекусить, и даже реквизитный круассан в итоге остался невредим. Съемки проходили в торговом центре, испытания для молодых актрис. Совместить процесс и поход по магазинам не всегда получается. Иногда девушек приходилось от витрин буквально отрывать. Роль оператора не только снимать, но и показывать. Уроки актерского мастерства прямо на съемочной площадке – обычное дело. Чего только не сделаешь ради искусства. Чтобы кадр получился ярче, оператор должен пробовать разные варианты. Съемка из положения лежа – стандартный творческий ход. Итог. Для 3 минут зажигательного видео потребовалось неделя подготовки, каких-то 10 часов работы и еще столько же для монтажа. Привлечь внимание удалось. Ищем новые площадки для танцев и школы актерского мастерства для баскетболистов.